Какой Porsche? Это 4. А? GT4. Ну как он называется-то? Еще-то. GT4. Porsche Cayenne, Porsche как? Нет, GT4. Короче, это не Cayenne. Вау. Да он какой-то маленький, старенький. Пыльный он весь, пыли весь. О мой. Помойте меня. Воняет. Это старый, что ли? Нет, это 2016 года. Вот, 2016 года? А что он так пахнет? Сидел. Сидел, где сидел? Там все воняет. И провонял, в нем курили, да? Нет. Пахнет, как будто в нем курили. Мама, это машина, у нее 3000 миль. 3000 миль? Да. Это значит сколько километров? 5 километров, 1000 километров. В общем, я ничего не понимаю в машинах. Так, а закройте мне это окна. Меня же выдует. А что ее не помыли-то и домой привезли? Ой, дайте я пристегнусь. Это я не пристегнулась. Где ремень? Ну, ты, давай, ты меня вокруг прокати и все. Вот от этого. Далеко не катай. Я недалеко, мам. Давай. Ну, я вообще не этот самый, не спидрейсер. Сейчас же 2018 год. Это последний, она уже старая, это последний, значит, который делали с механикой, мам. Их больше с механикой не делают. С механикой? Да. Их больше такие не делают. Последний, который сделали? Ну, не самый, у них там еще после было, но один из самых последних, который... Механику сейчас не купишь новую. О, Господи. Думаешь, я смогу ездить на ней? А зачем тогда вы купили? Интересная такая. Ну а кто на всех машинах ездит, да? Я. Ты? Тебя нету, ты на учебе. Я езжу на всех. Не, ну она мне изначально уже не понравилась. Во-первых, она грязная. Потом она маленькая. И сажусь я в нее, как в яму. Мне надо высоко. Кто куда меня повез? Поехали домой, все. Ты сейчас быстренько повезу. Куда быстренько? Не совсем надо мне повсюду, я не могу. Мам. У меня вечер этот самый музыкальный, мам, знаю, 8 марта. Мам, это даже 5 минут сейчас не будет. Мы в ресторан вообще-то собрались. Я знаю. Куда ты меня повез? По какому кругу? Мам, сейчас здесь быстренько. Для вас все быстренько. Готово? Я не готова, не надо, ты чё? Я не быстро, мам. Ага. Не надо меня быстро. Здесь 40 всего... Здесь 40 всего миль в час. Мам, можно! Мы 38 едем. Мы 38, мам. Ну а что ты так резко рванул? У меня аж телефон вывалился. Потому что так и надо. Я же не на американских горках. Сегодня 8 марта. Мне надо быть это... в форме. О, слава богу. Пропусти машину. Я пропускаю, все, конечно. Ой, ну ты меня напугал. Я думала, я на роллокостерах. Как это, газанул. У меня чуть... А-а-а! Ты что мне делаешь так? Ой! Что ты издеваешься надо мной? Сына, прекращай. Все, я домой еду. Все, выехали домой нафиг. Ой, ты что? Я не дойду до ресторана. Меня сейчас здесь тут не тошнит. Что ты ржешь-то? Ты такая... Да, конечно, ты меня напугал сразу. Сейчас я тебя прокачу по маленькому кругу. Господи, боже мой, не гуди так, а? Это машина просто такая громкая. Ага, это ты специально тут что-то нажимаешь, кнопочки какие-то. Вон, Джозеф. Джозеф заметил свою машину. Скажи, нифига себе, мою машину уже угнали. Впереди наш папа едет. Вот он. И мы тут катаемся. Скажет, ничего себе.
Наш папа скромно на Субару. Субару или как? Субару. Субару, о, Субару. А ты куда поехал? Я в другую сторону, мы там живем. Я за ним еду. Интересно, куда это он едет? Домой. Мама, это я так тоже домой езжу. Ну как-то вы по другому пути ездите. Я езжу налево. Нельзя так делать! Как? Ты опять краску наэтывала! Какую краску? Куда наэтывала? На спойлере! Ой, короче, не пугайте меня со своей машиной! Как дверь открыть, скажите мне? О, боже мой! Young lady!